Мы находимся в спортивном баре «Забей», в котором проходит чемпионат Донецка по караоке. Программа «Party Time» в сотрудничестве со спортбаром «Забей» является организатором этого мероприятия. В течение 4 недель, начиная с сегодняшнего дня, а сегодня у нас 11 апреля, соответственно, 11, 18, 25 апреля и какого-то там мая, будут проходить 4 тура чемпионата Донецка по караоке. На данный момент зарегистрировалось порядка 50 участников. Сегодня будут выступать около 12. Ну, смотрим, как проходит караоке в баре «Забей». Какие впечатления у тебя сначала о конкурсантах? Ну, людей очень много, это радует. Я очень хотел бы сказать сейчас первое, что я очень рад попасть в эту программу к Богдану Хмельницкому, потому что об этом я слышал, об этом я видел, я это все вижу, я все это контролирую для себя, по крайней мере. И наконец-то я здесь. Спасибо. Богдан. Спасибо. В любом случае, я думаю, будет рвать сейчас, просто рвать. Я даже в этом не сомневаюсь. Слышишь, а я знаю, давай оторвемся от караоке, я знаю, что ты пел «Соленой Винницкой». Да, есть такое дело, было такое дело. Как она, как женщина? Как женщина шикарная, но понимаешь, в чем был прикол? Она была тогда замужем уже? Она была замужем, да. У ее мужа фамилия Большой. Ты понимаешь, в чем проблема? Вот такие баночки. Что вы пели? Что вы пели? Пели мы разные песни, мы вот конкурс вообще какой был, петь те песни, которые нам говорили жюри. Ты сейчас буквально эксклюзив для Party Time, для Богдана Хмельницкого. Перед прямым эфиром, буквально стоя за кулисами и за 2 секунды выхода на сцену, она ко мне подходила, била меня вот таким образом по руке и говорила: пошло все. Вот так. Это была правда, это была правда. Но мы не стесняемся слова. Передача, поэтому. Да, ну регулярно. Ну просто так было, поэтому я хотел бы эксклюзивно как бы передать то, что на самом деле происходит. За кулисами бывает шоу-бизнеса. Вы смотрите Party Time. Я никогда не любил эти маневры судьбы, как будто стёк и протектор, ну надо стоять.